Программа «Синяя птица» телеканала «Инсит ТВ» заняла третье место в межрегиональном медиафестивале «Южный Урал. Россия без сирот». Он проводится уже третий год по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В конкурсе принимают участие как профессионалы, так и любители, некоммерческие организации и СМИ. В этом году география конкурса расширилась. Заявки прислали из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Орловской, Курганской, Ульяновской и Челябинской областей. Также Республики Бурятии, Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа. Всего на конкурс поступило 80 работ. Их оценивало профессиональное жюри под председательством кинорежиссера Михаила Борщевского. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась 27 марта в конгресс-отеле «Малахит». Диплом третьей степени вручили редакции нашего телеканала. Программа «Синяя птица» выходит в эфир уже третий год. В ней автор и ведущая Юлия Ледовских рассказывает о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. За это время совместно с отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Копейска удалось устроить в семью уже 20 мальчишек и девчонок.